Здравствуйте, Ермаков Тимофей, Октагон Медиа, Екатеринбург. Вопрос такой. Если Пашинян не согласится все-таки на досрочные выборы, то будете ли вы его к этому принуждать и какие будут инструменты принуждения? Поскольку, судя по всему, он уже сейчас сопротивляется этому, то есть он заявляет одно, потом заявляет обратное, противоположное, чуть ли не на следующий день. Потому что против вас он как бы сопротивляется, да, против вас есть уголовные дела, которые он возбудил. Будете ли вы принуждать его к досрочным выборам? Каким образом? Ну, все, что сейчас происходит, это именно принуждение властей пойти на выборы. Если это не сработает. Формат политический предлагает одну конструкцию, которую я в этой политической ситуации считаю для страны наиболее правильной. Но по большому счету это именно давление, требующее внеочередных выборов. И здесь, вы знаете, речь о чем? Выборы организует сам премьер или выборы без него? То есть, это основная фишка как бы, вот, всего этого процесса. Ведь что говорит оппозиция? Нет абсолютно никакого доверия к тому, что говорит премьер. Ну как может быть доверие к власти, которая 44 дня говорила о том, что мы выигрываем, просто оболванила людей. И на 44 или 45 день оказалось, что мы проиграли, причем еще как проиграли. Ну как можно доверять этой власти? Поэтому требование такое, по крайней мере, у парламентской оппозиции требование было выборы без премьера. То есть премьер уходит в отставку, пусть кто угодно его заменяет. У них есть фракция, там «Мой шаг» и партия, как называется эта партия, я даже ее... «Гражданский договор». И название какое-то такое странное, и функциональность не менее. И вы знаете, ведь что для меня на самом деле странно? Неужели в этой партии и в этой фракции нет никого, кто мог бы заменить премьера на период перед выборами? Ну неужели так бедны они кадрами, что не могут найти никого? Ведь что мы имеем сейчас? Вот в данной ситуации противостояние премьера и вооруженных сил, не только генерального штаба. Последнее заявление подписано от имени вооруженных сил. Насколько я знаю, весь командный состав до батальонного уровня присоединился и поддержал требования генерального штаба. То есть, что для страны ценнее, вооруженные силы или персона премьера? Вот. Вы знаете, я уверен, что в плане, даже в плане профессиональных знаний, в плане тех расходов, которые сделало государство, для того, чтобы подготовить одного генерала, весь его карьерный путь там, то есть в комплексе, это гораздо ценнее, чем ценность одного человека без биографии, без каких-либо профессиональных знаний. То есть на одной чаше весов это вот армия, и я рассматриваю эту ценность и в рамках, под углом зрения такого человеческого капитала, который накоплен в армии. И один человек, который вошел в противостояние с институтом, имеющим наибольшую поддержку среди населения, несмотря даже на поражение. Наиболее уважаемый институт, государственный институт в Армении. И неужели вот эта партия не может найти в себе силы предложить кого-то другого на период
до выборов. Ну, не кажется ли вам это просто странным? Вот ощущение такое, что эта партия функционирует как тоталитарная секта. Вот митинг, стоит премьер, за ним декорация. В буквальном смысле декорация. На митинге оппозиция, вы, наверное, слышите очень много ярких, интересных речей совершенно разных людей, которые обращаются, дают какие-то идеи там, и так далее, и так далее. Здесь вот гуру тоталитарной секты и декорация, как они выразились сами в виде рюкзаков премьера. Вот это нормальная ситуация для страны, находящейся вот в таком состоянии, в таком напряжении. Я думаю, это ненормально.